Ну, ладно. Если подумать, меня очень напугала одна весьма странная вещь. Посреди ночи я кое-что делал в общественном туалете. Я собрался уходить и мельком глянул в окно. И я увидел, как слезы стекали по щеке монумента старика третьего. Вот такая история. Ну что, штанишки намочили? А, это был я. Понимаешь, той ночью... На той горе я делал 10 тысяч подтягиваний. Знаешь, это было довольно сложно. Пот лился в три ручья. Ты потел на лицо Хокаге? Не пойдет. Это никакая не страшилка. Давай ты, Конохамару. Да, с радостью. У вас волосы на ногах дыбом станут. В тот день мы пошли в новый ресторан карри. Хоть нас было трое, нам подали 4 тарелки. Неужели кто-то невидимый сидел рядом? Что? Призрак? Эй, отлепись от меня! А, простите. Просто я случайно заказал лишнюю тарелку. Что, опять ты? Похоже, до привидений мы так и не дойдем. Жги, Сакура! У меня не совсем история, но тоже страшно. Это фото, что сделали на наших пляжных каникулах. Это дух? А, извиняйте, это я воздух испортил. И как такое может быть видимым? Так вот, кто это был на самом деле? Вот-вот, вините Густобровика. Итак, Тентен, давай ты. Но вообще-то со мной ничего такого не было. Но Цунада сама как-то рассказывала мне, что в женском туалете на третьем этаже Академии целая стена увешана зеркалами. Если в 3 часа 33 минуты утра посмотреть в третье зеркало от окна, то, скорее всего, вы увидите кого-то еще. Мать моя, это что за хрень? Настоящий призрак? Ну что ли, опять твоих рук дело? Нет, в этот раз я совсем ни при чем. Я не часто провожу ночи в женских туалетах. Правда? Значит, это и впрямь был призрак. Только ты ничего не рассказывал, Нейджи. Да, точно. Нейджи, ты наша последняя надежда. Расскажи нам настолько страшную историю, чтобы мне пришлось сменить белье. Ладно. Я должен рассказать что-то стоящее. Но я не знаю ни одной страшилки. Да и зачем они мне? Что делать? Точно. Вспомнил. Однажды в полнолуние мужчина с шухером на голове достал из кармана расческу и взвыл. Боже, подстричься, что ли? Боже, подстричься, что ли? Боже, подстричься, что ли? Жуть!